Не проходите мимо, примите участие в акции «Меняем сигареты на конфеты» или «Забей на вредную привычку». Курение – одна из вреднейших привычек. Исследованием доказано, в чем вред курения. В дыме табака содержится более 30 ядовитых веществ. Никотин, углекислый газ, сильная кислота, окись углерода, аммиак, смолистые вещества, органические кислоты и другие. В одной двух пачках сигарет содержится смертельная доза никотина. Курильщика спасает то, что яд вводится ему постепенно, то есть дробно. Статистические данные говорят, что по сравнению с некурящими, дети на курящие 13 раз чаще заболевают синокардией, 12 раз инфарктом миокарда, 10 раз язвой желудка. Курильщики составляют 96-100% всех больных раком легких. Помнит каждый гражданин, ясно и ребенку, вреден очень никотин, даже же ребенку. Ведь один его лишь грамм лошадь может убивать. Бросай курить, совет мой вам, но лучше курить не начинать. Никотин относится к нервным ядам. Установлено, что никотин в малых дозах возбуждает нервные клетки, способствует учащению дыхания и сердцебиения, нарушению ритма сердечных сокращений, тошноте и рвоте. В больших дозах тормозит, а затем парализует деятельность центральной нервной системы. Примите участие в акции «Меняй сигареты на конфеты» и «Забей на вредную привычку». Чем дольше человек курит, тем больше у него шансов умереть от онкологического заболевания. Очень часто курение идет к развитию хронического бронхита, сопровождающего постоянным кашлем и неприятным запахом изо рта. Велика роль курения и возникновения туберкулеза. Так, 95 из 100 человек, страдающих им, в момент начала заболевания курили. Идем туда и будут там. Конфеты. Там три конфеты. Ну, если конфеты, советы дорогие. Ну, давай. Давай, может, на 3 года. Можно 3 года. Все, одну сигарету. Можно? Давай, втроем, пахнем. Что-то века было. А ты у тебя есть? Держи. Это место. Ой, дед. Давай еще одну. Да, я бахну. Да, бахни. Тихо, тут аккуратно. Что он держит? Сейчас у нас. Еще? Выкнуть надо, не держать. Зальми еще. Фильтр. Возьмите. Все, с благодарством. Вон, пойдем еще. Инфаркт миокарда у курящих встречается в 3 раза чаще, чем у некурящих. От веществ, содержащихся в табачном дыму, страдает также пищеварительный тракт. В первую очередь зубы и слизистая оболочка рта. Может, это припьем? Прящу, вот. Все, спасибо. Да, не за что. Меняем конфету на сигарету. Давайте забьем на вредную привычку. Поменять свои сигареты на конфеты. И курить мимо. Примите участие в акции. Меняем сигареты на конфеты и забей на свою вредную привычку. Проходим мимо у нас акции, меняем сигареты на конфеты. Согласны ли вы поменять сигареты на конфеты? Курим! А если не курим? Пожалуйста! Ой, какие а если мы не курим? Если мы не курим? Курим. Все не курим? Да, курите. Все не курим. Возьмите, скушайте конфетку. Спасибо! Курить сам себе в гад. Чтобы побаливалось сердечко, тоже способствует дыма колечко. Курить упорно продолжай, свое здоровье ухудшай. Скажи с юных лет сигарете, да, со здоровьем простись навсегда. Не страшно, что в угаре сизого дыма многое в жизни проходит мимо. Главное, курить не бросай, жизнь сокращай, смерть приближай. Давай запьем сигарету. Вот кинь, давай вот эту горящую сигарету запьем. Ну давай. Давай я запью. Все, давай, запивай. Давай. Тяга, да,
Очень часто курение ведет к развитию хронического бронхита, сопровождающегося постоянным кашлем и неприятным запахом изо рта. Велика роль курения и возникновения туберкулеза. Так, 95 из 100 человек, страдающих им, к моменту начала заболевания курили. Часто курящие испытывают боли в сердце. Это связано со спазмом коронарных сосудов, питающих мышцы сердца, развитием стенокардии, коронарной недостаточности сердца. Инфаркт миокарда у курящих встречается в 3 раза чаще, чем у некурящих. От веществ, содержащихся в табачном дыму, страдает пищеварительный тракт, в первую очередь зубы и слизистая оболочка рта. Не проходите мимо, примите участие в акции, забей на вредную привычку или меняем сигареты на конфеты. Курящие подвергают опасности не только себя, но и окружающих людей. В медицине существует термин «пассивное курение». В организме некурящих людей после пребывания в накуренном и непроветренном помещении определяется значительная концентрация никотина. Зря ты начал вдруг курить, надо это бросить. Чтоб здоровью не вредить, должен ты запомнить. Не кури ты с малых лет, быстро привыкаешь. После будет много бед. От них и пострадаешь. Вредно сердцу и сосудам. Я не курю. Курение, а не курение. Вредных ребят, мы предлагаем советы. Вот, все, благодарна. Пошли покурим. Если хочешь меньше жить, то, пожалуй, не курим. Пятый, кто вам будет разрешить, больше курим. Время не жалеем. Больше не будешь, я не забьем целую пачку. Посмотри, посмотри, здоровье дороже, чем пачка сигарет. Давай. Я не курю. А я что курю? Курить, если ты сам себе рад. Вот так. Чтобы парилась сердечко, тоже способствует климату. Не пробивай. Продолжай. Смотри, здоровье. Одной-двух пачках сигарет содержится смертельная доза никотина. Курильщика спасает то, что доза вводится в организм не сразу, а дробно. Статистические данные говорят, по сравнению с некурящими, длительно курящие 13 раз чаще заболевают стенокардией, 12 раз инфарктом миокарда, 10 раз язвой желудка. Курильщики составляют 96-100% всех больных раком легких. Каждый гражданин, ясно и ребенку, вреден очень никотин, даже жеребенку. Ведь один его лишь грамм лошадь может убивать. Бросай курить, совет мой вам, но лучше курить не начинать. Еще не окрепшие нервы и кровеносные органы реагируют на табак. Забьем. Не проходите мимо, примите участие в акции. Забей на свою вредную привычку или меняем сигареты на конфеты. Может, к этому полену его прибьем? Кто еще будет? Мы за здоровый образ жизни, за жизнь без табака.